Ой, как хорошо-то пошло, а? Это же совершенно другое дело. Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetuous Play. Меня зовут Саша, это Биошок. 7-я серия. Сразу скажу, если хочешь серии подлиннее, ставь лайк. То есть дай мне понять, что тебе интересно. Ну, а нас ждут великие дела. Правда, она здесь замуровала Джек, поэтому не особо великие. Придется нырять. Мы вроде как все здесь собрали. Почти все. Придется нырять вниз. Ну, посмотрим, что это за фишка такая. А, Джек не соскальзывает. А я уж думал. Новый плазмид. Маркер безопасности. За вами охотятся надоедливые камеры безопасности. Просто пометьте своих врагов с помощью наших фотоэлектрических насекомых, и камеры с турелями станут вашими лучшими друзьями. Ха, интересная фигня. Можно попробовать. Вместо гипноза папочки, например, или вместо поджога. Последнее время не очень сжигаю, это слишком много тратит Евы, на самом деле. Хотя фишка хорошая. Обманите систему безопасности. Пусть роботы и пулеметы целятся в ваших врагов. Другое дело, что, скорее всего, как в случае и с папочкой, эта штука недолговечная. А что это у нас здесь такое? Дробовик. Ноль картечи. Ну да, ну да. Потому что у нас он уже есть. И картечи навалом. А куда это мы сейчас упадем, а? По-моему, туда, куда не могли пробраться. И вот появился этот крохотный морской моллюск. И тут же все безумные идеи, которые крутились у меня в голове еще с войны, пришли в встроенную систему. Он не просто исцеляет поврежденные клетки, он возрождает их. Я могу изогнуть двойную спираль. Черное может переродиться белым, высокое стать низким. Слабость, сила. Моих моллюсков мало. Нужны деньги. И еще кое-что. Не заметил. Просто не заметил. Так, окей. Мне на самом деле интереснее всего посмотреть сейчас. Посмотреть, как будет реагировать камера на снимки большого папочки, если он не будет, скажем так, разъярен. Не будет обижен на Джека, поэтому этим хочется сейчас заняться. Он же там топал. Угу. Что-то там сработало, не сработало. А, так. Собака, ну он утопал. Мне вообще-то туда вернуться бы хотелось, потому что... Да просто потому, что мы там вроде как не все сделали. Если прям серьезно. Ладно, давай взломаем этот автомат, просто чтобы он был взломанным. Ох, сейчас дернет током-то, да? Или нет? Давай попробуем обойти вот как-то так. Вот. Вот так. И вот еще одну. Поехали, да. Угу. Прям крутой хакер. Ну, в принципе, пока ничего не надо. Мне вот только интересно, а станет ли со временем у нас больше максимальный запас денег или нет? Это прям хотелось бы, потому что порой надо, чтобы были бабки, когда и большие папочки, кстати, а здесь мы всех завалили, сестрёна, когда большие папочки прут как из рога изобилия, а у тебя заканчивается прям все. А ну-ка.
тебя есть фотосканер? Неожиданно. Хорошо. Думаю, пора поработать на старину Персика. Сфотографируй его и давай сваливать отсюда. Ладно, этот крендель не договорил, но ничего страшного. Ломаем просто потому, что мы все ломаем. Почему бы и нет? Ага. Ну давай тогда так как-то. Ой, как хорошо стало. Поехали. Пора поработать на старину Персика. Конечно, не трогайте. Сейчас, мне кажется, будет расстрел роботами. Я прямо на это надеюсь. Где нужное? Где? Ну, во. Так. Поехали. Ну что, тварь? Ты с пистолетом, нет? Отключить тревогу можно даже когда... Это твои роботы, да? Что тупо, как мне кажется. Этих ребят еще фоткать, не перефоткать? Но... Но не хочется тратить пленочку. Потому что вот как-то... Нет уверенности, что я ее прям возьму и сразу найду. Его люди как свиньи, грязные и вонючие. Но они доставляют товар и не задают вопросов. Они все до смерти боятся Фонтейна. Он мне чем-то напоминает доктора Менгеле. Не удивлюсь, если он скоро вообще будет тут всем заправлять. А я тоже, между прочим. Сейчас вроде как в таверну идем, нет? Даже сохранялочка подсказывает, что вроде как да. Вот и не знаю, куда идти. Иуда! Но сюда оно никак не пролезет же. Слушай, а как хорошо стали попадать по нему, а? Ты подумай. Поэтому послабже, но... Все еще очень даже хорошо. Слушай, раньше вообще было говно револьвер. По факту. А ща вон как. Найс. Фоткать надо, конечно, надо будет раскошелиться еще немножечко. Пофотографировать. Как они подло здесь выставили все, а? Прямо перекрыли нахер проход. Надо дойти только до этого заворота. А дальше дело техники. Пойдем трудным путем, да? Давай попробуем. Вот так. Какая хитрая. Ну, по-прежнему ничего. Оу, пленка. А вот тут, я считаю, надо прям потратиться. Раз такое дело. Окей, все. Хорошо. Показалось, что он выехал оттуда. Все. Отмена, отбой. Будем фотографировать все, что движется. Знаете, мистер Райан, прибыль прибылью, но на унитазы, установленные мной, по
пока еще никто не жаловался. Не прошло и дня, как Райан меня сделал своим новым генподрядчиком. Хорошо, что своим новым унитазом не сделал тебя. Интересные здесь фишки. А ну, секундочку, я уже думал взломать эту фигню. Хотя ее ломать-то и не надо. Продвинулись? Да. Может, еще пару фоточек? Он пока ходит, да? Меньше дают или что? Они за мной следят. Ясно. Ясно. Ну, на. Не, ну стало более-менее. Более-менее ничего. Не зря потратили, мне кажется, очень даже не зря. Ясненько, хорошо. А что тут такое было? Револьвер. Давай глянем, мы, по-моему, ничего не можем здесь добавить, потому что ячеек нет. Надо будет прикупить ячейку. По возможности, да. Ничего такого. Но, секундочку, погоди с этой таверной. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Нифига себе! Ну давай, иди сюда. Кстати, откуда он вылетает, а? Ну, делай его! Гадюка взял и свалил, надо же. От Роберта никто еще не уходил. Преследует до последнего. Ага. Хорошо, а чем же ты стрелял? Револьверными пульками. Заставляют разрываться прямо, но... Сейчас посмотрим. Где-то у нас веселее. Может, сюда и вовсе не дадут пройти сейчас. Смертные казни в восторге. Говорят, на улице в беспорядке, но пришло время твердой руки. Нужно принимать меры против контрабандистов. Любой контакт с поверхностью подвергает восторг опасности со стороны тех самых паразитов, от которых мы в свое время спасались. И свернуть пару голов – не слишком большая цена за наши идеалы. Возможно. Добро пожаловать. Пленочка. Ну, пленочка пока есть. В принципе, все хорошо. Кстати, да. Кстати, да. Вот надо будет по папочке попробовать из гранатомета шарахнуть. Кто-то вякает. По-моему, это паучиха, нет? Надо сейчас ее сфоткать пару раз, потому что что-то мы слабенько так... с ними справляемся. Где твою мать-то есть, а? Прямо пленка поперла, да? И шоколадки. И кофе. А, тут ее еще надо заряжать. Тебя обманули, монстр. Ты меня заставил. Заставил. Боишься меня, монстр? Вообще-то да. Ну, понимаешь, страшная ты, капец. Я же говорю. Это еще и засчиталось как отличная фотка. А ну-ка еще раз давай. О! Шикарно.
Новое исследование, уровень повышен. Мутант-паук, исследовательский бонус. Органы мутантов-пауков можно использовать как аптечку первой помощи. Нифига себе! А давай-ка попробуем противопехотными, а? Как ты на это смотришь? Ой, как хорошо-то пошло, а? Это же совершенно другое дело. Зашибись. А, аптечки не нужно больше. Окей. Это просто замечательно. Да, этих пулек не так и много, но хватило буквально всего ничего. 20 небольшим, если не масса, так вообще будет класс. Все, можно жить. Надо фоткать почаще. И, кстати, я так понял, сейчас проверим эту теорию. Не, этим надо такую теорию проверять. Что не только этих мутантов стоит фотографировать, а еще и другие вещи. На чем бы это тебя проверить? На чем бы проверить? Кто его знает, на чем проверить? Давай проверим на той камере, которая нас, по идее, может сейчас засечь. Вот тут. Она сюда пасет, по-любому, да? Ну, мы успеем. Нехило. Окей, и дало это нам камера слежения, исследовательский бонус. Урон увеличен. Камера слежения уязвима для бронебойных патронов и электричества. Да это я знаю. Хотелось бы на самом деле ее все-таки взять под свой контроль. Но мы ее грохнули. Не. Не грохнули, но я ее не смогу просто так взять и... завербовать. Вообще, ладно, придется прикончить. А это, может быть, сделано было зря. Может быть, и нет. В принципе. Надолго ли? Надо его... В смысле? Подожди, так я же тебя... На 1,5 секунды хватило? Не, я не понял юмора. Что, это настолько мало? Хорошо, давай пробуем этой фиговиной бросить в камеру сейчас, чтобы просто посмотреть. Папочки хватило там, по-моему, ну, секунд на 40 или даже больше. А эта фигня раз, и все прошло. Да. Он добросит или нет? А в чем юмор? А почему он тогда в нас начал стрелять? Это... Короче, как я понимаю, он начинает стрелять... Он переключается, если теряет из виду Джека. Получается, что этот плазмид какой-то, ну, вообще не очень. С папочкой было все намного проще. Я думал, будет и здесь, но... Видимо, нет. Давай уничтожим эту хреновину. Ладно, хотя бы разобрались. Теперь хотя бы мы знаем. Окей, на будущее, если что. А здесь полезностей было прям много.
Ну все? Вроде бы. Да. Как всегда пусто. Хорошо, что сюда сходили. На самом деле очень-очень хорошо. Теперь можно отправляться туда только. Аптечка и что? И какие пули? Ага. Ясно. Окей. Так много всего растыкали, и это на самом высоком уровне сложности. А что же тогда было бы на легком? То есть вообще какая-то фигня, да? Кормили бы патронами в таком количестве, что можно было не отпускать спусковой курок? Качественный. Может, еще парочку? Один еще будет много или нет? Нормально. Прогресс достигнут. Новый физический тоник — шестое чувство. Шестое чувство — это ваше особое чувство, а вы будете замечать то, что иначе могли бы пропустить, и обнаруживать вещи, которые иначе бы не увидели. Шестое чувство позволяет вам видеть сквозь предметы, как рентген. Нихера себе. Вместо чего? Вместо медэксперта или вместо радость хакера? Ладно, давай вот так. Попробуем. Просто интересно. Ну где ты, где ты? Прикончили. Слушай, теперь можно и пострелять уже. Можно, в принципе, поменять гаечный ключ. Точнее, перки, которые помогают гаечному ключу быть таким классным. На что-то? Прикрой ее тут все. Иное? Я сам себе пожал руку. Но будем смотреть правде в глаза. Мы же говорим не о кровожадных бандитах. В восторге живут поэты, художники, теннисисты, а не наемные головорезы. Но этот их главарь, этот Фонтейн, он умеет проворачивать дела. Mm-hmm. Старается не пачкать руки, но не настолько, чтобы те, кому надо, не поняли. С ним лучше не связываться. Ясно. У меня теперь паранойя с этим шестым чувством. Когда оно работает, когда оно не работает. Мне теперь кажется, что оно постоянно работает. Диана, дорогая, прости, но сегодня я опять задержусь. Розенберг захотел поговорить со мной о Фонтейне. Я пытаюсь основать нормальный финансовый рынок, а этот идиот только и знает, что болтать про свой Адам и генные модификации. Придется потратить час на эту пустопорожнюю болтовню, делая вид, что мне очень интересно. Но я постараюсь вернуться домой поскорее. А вот сейчас проверим, это вообще действует, когда они не агрессивны или нет? То, что я хотел сделать с самого начала. Да. Итак, Рози, исследовательский бонус, увеличен урон. Рози уязвимы для бронебойных патронов. Да это мы и так знали. Давай еще тогда. Фоткать по полной. Может, даже и Бэшечку сейчас прокачаем. Не, Цешечку. Еще раз. Это потому, что мы фотографируем одного и того же, или потому, что фотографируем одного и того же с одного и того же ракурса? Нет. Скорее всего, именно из-за того, что фоткаем одного. А что? Что вот здесь? Ясно. Легче было бы сфотографировать труп, между прочим. Но Джек так не думает. Не ожидал. Не ожидал, что прям так сразу. Мутант Нитро. Исследовательский бонус. Увеличен урон. Мутанты Нитро уязвимы для противопехотных
патронов. Да, это я понял. Ну давай же ему дадим немножечко противопехотных патронов. Гнитро, где ты делся, а? Че и самоликвидировался? Падла такая. Ящик, как всегда, пустой. Это, скорее всего, из-за уровня сложности. Оно того стоит вообще? Ставить туда монеты. Может быть, посмотреть как-то через крышу. Если честно, вот вроде не стоит. Но непонятно, что там может быть. Ладно, не будем жлобить. Что взять-то, а? А, для автомата. Ну хорошо, а здесь тогда что? Оу, а здесь мины, реагирующие на движение. И что-то еще я не вижу. А, Ева. Хорош, на самом деле, очень даже. Эта серия вышла такая фотографическая прям. Просто зашибись. Сколько еще надо этих фоткать? На самом деле, еще парочку раз можно было бы. Он слишком далеко или что? По-моему, мы другого сфоткали. Мутанта Нитро. Спасибо, парни. Я думаю, что надо воспользоваться помощью большого папочки. И он сейчас вынесет им нахрен все мозги. Большой папочка, пошли убивать. А че это они с кем перестреливаются-то, а? Ты не хочешь его убить? Вообще вроде хочет. Так быстро? Ладно, то не уговори, что завалил буквально взглядом, по идее. Так, к мини лучше, конечно, не подходить. Интересно, что будет, если отстрелить бочку? Видимо, ничего. На самом деле, большие папочки нужны, но было бы куда эффективнее его использовать, если бы их было больше. И там вниз же можно было пройти, да? По идее. При помощи точно такой же фигни. Еще, да? Ты что, спрятаться решил? Гадюка. Давай еще одну. Фотосессия небольшая. Во, и еще разок. Так. Пленку-то не жалко. Все. Убей его. Я, кстати, погорячился насчет 40 секунд. Это мы четко его засняли. Урон увеличен. Насчет 40 секунд я погорячился, но... Но папочка не вечный. И тем не менее справляется очень даже зашибись. А ты не хочешь ему отомстить, а? Все-таки в тебя попал. Вот если я в него попаду, это будет жопа. Я в этом себе полностью отдаю отчет. Конечно, не все. Да ты гад, а? Как меня этот папочка напрягает. Я бы и сам справился. Я бы тоже.
психанул. Гадский этот папочка, он так не вовремя вышел из-под нашего контроля, просто капец. Сириус, мог бы еще поубивать. Ну ладно, не будем его беспокоить. На самом деле с ним хорошо, но достаточно опасно. Сейчас заметит нас или нет? Четко. Робот безопасности. Исследовательский бонус. Увеличен урон. Робот безопасности уязвим для броневых патронов. Давай дальше. О, неплохо еще раз. Надо бы Роберта сейчас взломать по-хорошему. Давай, последнюю. Двоих сразу, комбо. А хер там. На самом деле ничего такого не будет. Мутант Нитро, исследовательский бонус. Постоянный шанс в 15% на то, что вражеская граната не взорвется. Я бы не стал на это рассчитывать, если честно. Можно успеть взломать ту хреновину перед тем, как она нас убьет? Или нет? Я думаю, можно. Окей. Сейчас тебе тварь будет просто не по себе. Поверь мне. Как же это неудобно, а? Придется обходить. Ага. Хитро. Окей. Давай тогда так. Вот так вот. Здесь поворот. И еще один. Все, а теперь, пожалуйста, иди и убей эту тварь. Иначе нахрена же это все было, да? Ага. Где ты, Роберт? А я тебя выключил случайно? Извини. Я-то думал как раз тебя включить. Ну что, овца? Мы найдем тебя, тварь. Конечно, ты найдешь меня, конечно. Сработало. Это кто стрелял вообще? А что происходит? По-моему, наш Роберт решил попытать свои шансы против большого папочки, нет? Да? А завалит? А вдруг? Интересно, большой папочка обидится на меня за это? Да, это было крайне неумно с твоей стороны, Роб. Да. Но хорошо, хоть он не обиделся. Снял у него буквально... ничего. Ладно. Это, конечно, все хорошо. Здесь ходить не переходить. В следующий раз мы начнем с того, что узнаем, что за этой дверью. Интересно же все-таки. А вообще, мне очень даже нравится эта таверна. Она прям классная. Серьезно, так все здесь поперло. И нафотографировались до отвала. Ну как? Еще, конечно, фоткать, не перефоткать, но пленка есть, так что все зашибись. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк. Именно от твоего лайка зависит, как часто выходят новые серии по Биошоку и какими по продолжительности, по длительности они получаются. А от твоих комментариев зависит, что будет в каждой новой серии. Если ты хочешь поддержать канал, просто делись ссылкой на понравившееся тебе видео в любых соцсетях. За это тебе огромный респект. На этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию. И... Ба-бай!